Налоги и сборы – средства существования государства. Власть, образование, здравоохранение, полиция, суд и прочие важнейшие государственные институты действуют только благодаря поступлению налогов в бюджет. А значит, благодаря работе налоговика. 21 ноября в России отмечают День работника налоговых органов. Сегодня налоговая служба перевоплощается из надзорно-контролирующего органа. Между сотрудниками ведомства и налогоплательщиками выстраиваются партнерские отношения. Большое внимание уделяется развитию электронных сервисов на сайте службы, благодаря которым удается обеспечивать налогоплательщикам комфортные условия для исполнения ими своих обязанностей. Социальная стабильность и благосостояние граждан во многом зависят от слаженной и профессиональной работы налоговиков. В свой профессиональный праздник работники налоговых органов продолжают нести службу.